Салют, Мексика! Салют! Сегодня мы будем делать реакцию на церемонию Дня Независимости 2018. Это вот, который сейчас было? Да. В сентябре. Буквально неделю назад. Угу. Видео идет 20 минут, но мы как бы посмотрим все. 15 сентября День Независимости Мексики. Угу. Давай посмотрим. Я в Инстаграме всех поздравляю. У нас мы так не празднуем, это у нас День Независимости есть, но у нас так все скромненько. Да. Давай посмотрим, как у них празднуют. Давай. Ну, в Мексике День Независимости, он такой, один из самых главных праздников. Как у нас, наверное, 9 мая парад, военный парад. Ну, наверное, типа того. Все помпезно, грандиозно. Угу. Ну, давай посмотрим. Давай. У нас такого нету. Es que mi tierra me sabe a tequila, huele a tierra mojada. Vemos como ya está entrando la escolta de las fuerzas federales. Que es la escolta que irá justamente hasta el salón de recepciones que está al costado del balcón central de Palacio Nacional. Le van a entregar la bandera. Es una escolta de mujeres. Bandera, кстати, это флаг. Escolta militar, una escolta de mujeres. El año pasado también fue conformada una escolta de mujeres que entregó la bandera. Y en esos pasillos donde se encuentran sobre todo invitados especiales, это типа женский полк, что ли? Familias del gabinete federal, как ноги поднимают. A esta ceremonia especial de nuestro país, a vivir nuestra fiesta de independencia, es justamente ya cuando en estos momentos tendrá que estar saliendo el presidente de la República también de su despacho. Я думал, сейчас музыка мариачи какая-нибудь будет играть. И он поднимет эти деньги. Estará cruzando los salones previos, el salón morado, que es muy pequeño, y luego el salón verde, Копение. Все так празднично. Establecida en México. Como se da finalmente el saludo al presidente de la República, acompañado por su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, y el jefe del Estado Mayor Presidencial General Roberto Miranda. Y es la última ceremonia. Все двери закрывают. Ну, нас точно так не празднуют. Я что было, здесь в 11 вечера. Это, наверное, не по их времени, наверное. Нет, это не на ночь же они празднуют. На ночь. Там народ, да, это площадь, он, наверное, на балкон выйдет. Угу. Так. Que tiene una historia también importantísima, ¿no? Как в 11 часов, видимо, он должен выйти обязательно. Escuchemos. Это какой-то президентский дворец, что ли? Да. Mexicanos. Мексиканцы. Он такой. Viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Morelos. Viva José Ortiz de Domínguez. О, видишь, целая площадь людей. Viva Allende. На том народ. Класс. Чего понимать, что он говорит? Да. Всем салют. Viva México. Viva México. Viva México. Еще колокол. Ну, так сильно дергает, а то сейчас не оторвало. Там на соседнем балконе, может, эти, семья какая-то там стоит. Семья, вот там приближенные какие-нибудь. Флаг, вот видишь. Вот такой церемониал у них. Угу. Что-то нужно и так, и так. Уже колокол сам, что ли, звонит? Или это другие, наверное, колокола? У нас есть... Просто День России. Да, День России. То, что там, когда СССР развалился, все республики отделились. Вот это и есть независимость, что ли?
все, гимн, ну, молчать. Помнишь гимн-то? Да, помню. У нас, по-моему, все вот так вот достает, когда гимн. Нет? Все так не принято. Это на Украине так делают. А. Вот башни. Это по всей этой вот такой торжественности, такой вот величавости, такой вот, как сказать, чувство такого патриотизма сразу, да, в душе возникает. Que después se va a retirar y es como concluye esta primera parte de la ceremonia, la parte oficial de esta ceremonia del sexto grito de independencia del presidente Enrique Peña Nieto, el último de su gobierno. Знамя, не флаг, знамя, да. Чего бы наши не взяли вот такое, да? Девушки тоже у нас были. Мы тоже кремлевские. У нас кремлевский полк он называется. Угу. Кремлевский полк, да. Тоже бы хорошо было. Так, что-то сейчас будет, знаешь, это... Anteriores no agregó nada más el presidente Enrique Peña Nieto a su arenga. Fue tal cual como marca el texto oficial, de como se ha dicho. Habían dicho alguna frase en especial alusiva. Tan холодно, что ли, смотри, все в шапках там. O hacia últimas fechas, en esta ocasión de nueva cuenta, ha sido el texto oficial de la arenga. Un especial que se montó con varios mosaicos en la fiesta de nuestra independencia. Increíble como se ve, y ya preparándose justamente para que empiece el espectáculo de los fuegos artificiales. И les decía, там, по-моему, от Франции независимо. О, видишь, я же говорил, что это будет. У нас тоже бывает салюты. Это, наверное, президентская семья. Наверное, дети их. Я не думаю, что это все. На площади. Чтоб салют был не просто так, а под музыку. О, видишь, как здорово. Прям как пулеметная очередь, да? Ну что, у нас в школу так же. Да. На выход. У него, смотри, там флаг тоже под пиджаком. Цвета флага. Все в дыму. Тонко. Перевязь, что называется. Что-то грустит это справа тут, дочка. Грустный. Фонари еще подсвечивают. Да, что-то в курточках видно прохладненько было. Кто-то в футболке. Да. Что, за остальные 10 минут салют будет? Может, еще что покажут? Может, артисты будут выступать там? Не знаю. Сцена какая-нибудь. И главное, снизу там идет что-то. Полоса, смотри, какая, что-то в Афганистане там. Вертолет, что-то там. Там новости видно. Да. Ну, у нас на День России тоже это самое. Ну, просто устраивают на Красной площади концерт. Там звезды выступают. То у нас таких зданий так-то нету, да? Таких вот. Ну, в таком стиле нету, у нас в другом стиле есть. Ну, в смысле, чтобы там Путин выходил с такого здания там. Ну почему в Кремле-то? С флагом. Ну, такого нету, да. Ну, у нас такой Кремлевский дворец, этот Кремль-то здание там уже старинное. В 1812 году, когда Бонапарт, этот Наполеон напал на нас. Mm-hmm. Они же Москву сожгли, она тогда была деревянная. Mm-hmm. А потом ее отстроили, она стала каменная.
А у них это уже тогда вот это все видно, каменные здания были. Столько дочек у него, да? Да, думаешь, это все дочки? Я думаю, да. Да нет. Вряд ли, наверное, что все это дочь. Ну, кто-то может там... Сестра. Сестра его там. Сестра сестры. Да. Дочь сестры. Хороший салют. Долгий, красивый. Яркий. Вот почему в 11 вечера, то чтобы салют забабахает. Вот, народ показывает, народ радуется. Праздник. Наверное, целый день гульванили, там ходили так, ну, по площади. Может, как у нас тоже там эти палатки открыты, им всякие сладости продавали. А потом все смотрели, выступали. Потом все смотрели бокс. Там, в тот день? Ну, там же этот канал Альварес боксировал. В этот день? С да, кем? С Головкиным. Да ты чё? Первый праздник. День независимости, еще и победа мексиканского боксера. Боксер? Поздравляем, что ваш победил. Только жалко, что наш. А Головкин наш? Казахстан. С Казахстана? Еще газа пришла. Где мужики-то все? Ну, один стоит, это сыночек, наверное. Может быть. Ну, какой салют. Гвардеец. 10 минут, наверное, салют идет. Не поскупились на фейерверке. Что-то их все больше и больше на балконе становится. Сейчас балкон еще рухнет. Они просто перешли с того балкона на этот. Тут мужик сзади, какой-то адмирал, наверное. Ну, это какой-то главнокомандующий, наверное, у них. О-о-о, видишь, это тебе цветами... Она заключительная стадия. Да-да-да, цветами флага. Потом, наверное, концерт будет на этой сцене. Это уже заключительное, наверное. Нет, вот. Еще не все. Остаточные еще остались. Явление. Нет, еще смотри-ка. Ну, я же говорю. Ага. Я думала уже все сейчас. Да, он там, наверное, еще это. Или целый день, наверное, выступали на этой сцене, или еще будут. Ну и выступали, поступать. И еще будут, наверное. Это как у нас День города. Да. Ну или День Победы. Ну, это точно уже заключительное, наверное. Наверное. Сейчас эпилепсия начнется. Последние заряды, все, отстрелялись. Все. Шикарный салют. Все. Como siempre es impresionante el trabajo de nuestros artesanos pirotécnicos que se encargan de preparar este espectáculo en la fiesta nacional del grito de independencia. El presidente Enrique Peña Nieto despidiéndose la última vez que sale el 16 de septiembre, pero finalmente es su último grito ahí acompañado de su esposa y del jefe del Estado Mayor Presidencial, que tiene que ver con la protección civil, con el cuidado, con la cantidad de explosivos que están junto a tanta gente que está en esta plaza, el cuidado que se tiene que tener también, el inmueble de la Catedral Metropolitana, que es desde ahí justamente de las inmediaciones de esta catedral, de donde sale показывает. La mayor parte ничего de estos países, еще, música distinta a la de otros años. Я в другом конце города. Да, это там уже одиночки какие-то. Сами. Да, вот я говорю, что. А, ну да, это их. Когда этот, мы смотрели тоже празднование чего-то. И скидры у них какие-то были. И там выступали этот самый девушки, вот, где мне костюмы понравились. Да. Там блузы в цветах. Вот эти вот веночки такие у них были на головах. Да. А, ну мы это еще на следующей неделе посмотрим. Еще посмотрим? Ну ты что там, вообще столько много танцев у них и костюмов. Мы только одну там, не знаю, десятую посмотрели. Ну что скажешь-то? Ну что, красиво, мне понравилось. Мощно, да? Мощно, да. Салют был мощный. Салют мощный, и церемония такая красочная. И девушки мне понравились эти, гвардейцы.
А, да. Девочки, так что четко. Четко, да. У нас нет, у нас только парни служат. Называется Кремлевский полк. Mm. Туда добирают тоже по росту, по статности, чтобы красивые парни были. Ну да, у нас как бы такого День независимости, День России не происходит. Ну, может, что-то и происходит, но мы этому как-то не особо придаем значение. Да, в общем, это не самый большой праздник. Праздник, да. Самый большой праздник – это у нас День Победы, 9 мая. И с Новый военным, год. Да, с военным парадом. Вот 9 мая – это самый главный праздник у нас. Да, а вот День независимости, он как-то у нас особенно вот… Может, в Москве там, да, у них на Красной площади сцена, артисты выступают, и это самое, народ гуляет, и все такое. Угу. Ну, мы так в своих городах как-то это особо так. Ну, праздник и праздник. Какой-то дополнительный выходной. И все. Да. Да. Как-то так мы это воспринимаем. Да. Не так, как в Мексике. Да. Мексика у них, потому что они знают, от чего у них независимость. Ну, да. Да. Что они определились сами. Своей страной живут. А у нас что? А у нас, да, а у нас развал СССР случился. Если вам интересна эта история, можете узнать. Когда у нас было 15 республик, в один прекрасный момент эти республики все решили отделиться друг от дружки. Как раз в год, когда я был рожден. Да, 91-й год. Это год рождения моего сына. И случилась такая беда для нас. Мы жили в Советском Союзе, а потом это все окануло в лету. Угу. Было очень жаль. Ну ладно, нам очень понравилась церемония, видео, салют, женский полк. Женский, да, вот эти гвардейцы ваши понравились. Угу. Девушки все как на подбор. Да. Классные вот такие. Нам бы, нашим бы надо тоже взять такой пример, чтобы у нас тоже были гвардейские, чтобы девушки были гвардейцы. Очень классно смотрится, красиво. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, оставляйте комментарии и заходите на наш инстаграм и фейсбук. Saludos, amigos. Saludos. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.